Высокую оценку избирательному процессу дают зарубежные наблюдатели. По их словам, никаких серьезных замечаний не выявлено. В частности, эксперты от исполкома Союзного государства посетили порядка 10 избирательных участков в Гродненской области и особенно акцентируют внимание на высокой активности людей. Во-первых, очень собрано. Во-вторых, мы вот были 8 часов на открытии одного из участков. И, в общем-то, знаете, поражает, что очень хороший доступ избирателей. Наблюдатели сидят, наблюдателям все видно. Мы сегодня выбираем главу нашего государства. У нас по Конституции сильная президентская власть в государстве. Поэтому, безусловно, от того, кого мы выберем, кого мы поддержим, будет зависеть и будущее наше развитие страны. Голосование сегодня проходит и на закрытых участках. Так свой выбор сделали насельницы женского монастыря в Гродно. Для этого к монахиням специально приехали представители участковой комиссии. И, как говорят горожане, сегодняшний отданный голос, по сути, инвестиции в будущее. Свой выбор делал в пользу того, как развивается наша страна, в пользу того, чему был сам я свидетель, как она развивалась. И, конечно же, хотелось, чтобы мы, курс нас был неизменен, только вперед, только лучшее. Я голосовал за мирное небо над головой и спокойствие. Я рад, что данное мероприятие проходит в спокойной обстановке, и для людей это действительно праздник. Мне не безразлична жизнь моей семьи, моего города, моей страны. Я абсолютно убежден, что каждый человек, который думает о своем будущем, о будущем своих детей, сегодня придет на выборы. Я голосовала за будущее наших детей, за то, что у них есть возможность учиться, получать такое образование, за то, что у них есть возможность участвовать в олимпиадах, конкурсах не только республиканского, но и международного уровня и получать там, занимать действительно первые места. И тем самым прославлять нашу Родину за то благополучие, которое сейчас нас окружает.